Следующее произведение, которое мы сыграем, тоже на самом деле одно из моих таких детских мечтаний, чтобы сыграть это произведение, и это тоже из скрипичного репертуара. Это размышления Жюля Массне из его оперы «Таис». И совершенно недавно я как бы начал играть это переложение для виолончели, но хоть эта мелодия и достаточно известна, я достаточно был удивлен, когда, разговаривая со многими коллегами и просто слушателями, понял, что очень мало людей на самом деле понимают и знают, что происходит в опере до и после этого такого оркестрового интермеццо. Поэтому буквально в пару слов я хотел бы в паре слов рассказать о сюжете, потому что я считаю это очень важно, чтобы понимать вот такое философское значение этого размышления. Значит, Таис — это главная героиня оперы, она куртизанка, последовательница богини любви Венеры. И, в общем, она ведет достаточно распутный образ жизни, полон утех и, в общем, плоских радостей. И в какой-то момент она встречает монаха Атанаэля, в которого она влюбляется. И вот в первой картине второго акта, непосредственно до этого интермеццо, Атанаэль, у них такой спор возникает, и он пытается ее переубедить, и пытается ее убедить стать на путь Божий, на путь истинный, и найти вот искупление грехов в Боге и пойти с ним в монастырь. После чего, после этого жаркого очень разговора, спора, идет оркестровый интермеццо, в котором солирующая скрипка в сопровождении арфы исполняет вот это размышление. И в это время Таис просто стоит на сцене, и в этой пьесе изображены все ее чувства, все ее терзания. И забегу немного вперед и скажу, что во второй картине после этого интермеццо Таис возвращается к Атанаэлю и соглашается пойти с ним в монастырь.